Югра готовится встречать 13-й международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. Он в смешанном формате пройдет в Ханты-Мансийске с 7 по 9 июня. Оргкомитет уже сформировал повестку. В ней деловые мероприятия, выставки и культурная программа. Так в окружной столице состоятся 5-я международная конференция по информационной безопасности «Инфофорум Югра» и конференция под эгидой ЮНЕСКО, где специалисты обсудят сохранение родных языков в киберпространстве. Кроме того, на площадке IT-форума впервые пройдет форум для детей и молодежи «Junior IT».